Здорово. Кто там прорастал в туалет? Что, я даже не заметила. Ка-ка-ка. Его делают зубы и смыл. Я смыл. Я, говорит, кака вытал жопу и смыл. Да ты молодец, значит, что ли? А? Ты красавчик, что ли? Ну, позвони бабушке, чтобы она написала. Зачем? Праздничка. Зачем бабушка пришла? Бабушке праздник сегодня. Не надо бабушку отвлекать. Это ей... Мать есть солиться. Сейчас что найду, все сожгу, вот честно. Сейчас пойдет Новый год. Какой Новый год? Новый год надо тогда дома. То на базу добавлять Дед Мороза. А я бабушке дома Дед Мороза. Еще яичко долбанное. А вы меня посыпали. Куда тебя кто просыпал? Галина. А я бабушке... Я вообще тебя никуда не просыпала, я тебя вообще не трогаю. Встань. А за меня тоже нет. Она всегда отбудется сама, а кто меня начнет будить. Я уже дома. На-ка, иди киски дай. Скорее, вон киска плачет. Ну, где она? Я откуда знаю, где она? А сегодня гулянки будут. Должны быть. По крайней мере. Что надо? Она выходит. А я не поняла, что ты хотела. Горчичку еще надо. Горчичка. Что еще? А когда у тебя все это помогите, вот и оденя. Когда будет у нее. У кого? У тети Света, когда будет день рождения. У тети Светы? Да. У тети Света, когда у вас будет день рождения? Не крути мне чего. Правильно. Правильно. Кыш отсюда. Взяла отсюда и сюда. Вот я сейчас поем. Вот я молодец. Молочком. Хорошо. Приятного аппетита.
Я пельмени хочу. Трындец как. Что за день делать? Она мультики смотрит. Она прибралась? Да. Они уже поели. Ну, за ней. Или нет. Или я ничего не выложила. Мы блины жарили. С утра. Ты хочешь гулять сегодня? Да. Прибираться? Ну, только на самокате. На велике? Ну, только гулять и в магазин, и кормить собак, и домой. Правильно? Хорошо? Хорошо еще погулять. Но, а утро, завтра еще будем гулять. Вот иди прибирайся. Хорошо. Еще нос закапаем. Хорошо. Сопля появилась. Хорошо, чтобы я не болела лучше. Просто вкусно. А через день голову мою. Каждый день-то нахера. Жрать готовишь каждый день. Жир. А косынку не надеваем. А так, через два можно. Это кто-то спросил тогда, на Дзене. Я ответила. Шампунь подорожал. 400 рублей. Алкашей больше не видно. Хочу сжать, варить, ставить. Не знаю. Офигенно. Тает. С молоком. Очень вкусно. Обалденно. Косточки собакам. Мне надо миску купить, железную, чтобы подогреть на плитке. Когда? Гулять. Точно?
точно хочешь это знать? Когда? Когда порядок дома будет? Тогда и пойдешь. Ладно, я пока посуду помою быстренько. Смотри, она так. Ну, молодец. Она так. Ты помощник? Она так. Ты помощник? Ты поломал, да? И нет. Он давно уже сломан, да? Я не вижу, как она сама. Ты ничего не видишь. Ты видишь, только как ломат. Да, я просто смотрю мозги и как-то сразу. Ты на нее смотрел, и она поломалась, да? Тебе, да, получается, ни на что нельзя смотреть, да? Она просто так и была, а потом как-то вот так. Ну, может, она смотрела, он упал, да, сам? Да, я как-то я заключил,